Друзья, на моем закрытом канале на Бусте вышло новое видео о Дмитрии Патрушеве. Станет ли Дмитрий Патрушев новым президентом России после Путина? И если да, то каким президентом он будет? Главные страхи Патрушева-младшего и какое влияние на своего сына и Россию оказывает Николай Патрушев? На эти и другие вопросы отвечу вам в моем новом таро-раскладе на Бусте. Подписка на Бусте в месяц стоит 299 рублей. И помимо этого видео вы получаете доступ ко всем видеораскладам, которых нет на YouTube-канале и, к сожалению, не будет, потому что их блокируют здесь. Для тех, кому неудобен канал Бусте, есть телеграм-канал с тем же видеоконтентом и по той же подписке. Будьте первыми и узнайте всю правду от карт Таро. Для того, чтобы зайти в закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусте, пожалуйста, напишите мне в личку или напишите комментарий, если вы не можете найти мою личку. Личка указана под любым видео на канале, друзья мои. Я вас очень люблю и до новых встреч! Перейдите по ссылке на закрытый канал на Бусте, ссылка находится в описании к видео. Подтвердите, что вам есть 18 лет. Выберите язык, английский или русский. Опуститесь чуть ниже к скрытым видео и нажмите кнопку «Подписаться». Зарегистрируйтесь и введите код из СМС. Введите ваше имя или ник. Вы попадете на окно подписки. Выбираете период подписки от 1 до 12 месяцев. Нажимаете «Купить подписку». Выбираете способ оплаты и подтверждаете ее. После этого по ссылке вам доступны видео. Приятного просмотра!